Непредсказуемость классиков может граничить с хулиганством, но именно этим они способны будоражить задремавших слушателей. Истинно классический прием – обмануть даже самые смелые ожидания. И Омскому симфоническому оркестру это прекрасно удается. Вы уже слышали в исполнении наших музыкантов мелодии мобильных рингтонов. Ну или вспомните, как главный дирижер Омского симфонического Дмитрий Васильев появился на сцене в майке хоккейного арбитра. Однако новая программа – это что-то из ряда вон выходящее. Оркестр Омской филармонии исполнит саундтреки из «Супер Марио» и других компьютерных игр, знакомит сибирскую публику с популярным в Японии музыкальным направлением. В наш город приехал один из самых знаменитых дирижеров из страны восходящего солнца – Кеничи Симура. Итак, герои программы «Тема дня» сегодня – японский дирижер Кеничи Симура, а также единственная русская актриса, которая озвучивает аниме, Евгения Давидюк. И, собственно, мой первый вопрос как раз связан с аниме. Я знаю, что сейчас Япония, ну, буквально с ума сходит по одной из самых популярных героинь аниме, которую создали по образу прокурора Крыма Натальи Поклонской. Голубоглазая блондинка с тихим приятным голосом. Чем так она покорила японцев? Я думаю, что это не сочетание сочетаемого, то есть, что она такая вся милая, красивая, но при этом она занимает должностной высокий пост. А японцы, они очень любят вообще военную тематику и милицейскую тематику и форму. То есть красивая девушка в форме – это просто фетиш для японцев. Мнение мужское можно услышать тоже по этому поводу? Нинки-ницуйте. Я думаю, что молодежь скорее увлекается такими вещами. Я знаю, что в Японии вот такая игровая музыка, музыка из компьютерных игр, она очень популярна давно, уже, по-моему, больше 10 лет, да, и даже в музыкальных школах преподают это направление. А как, собственно, это появилось и почему вдруг кто придумал вот так исполнять с помощью оркестра игровые такие мелодии? С развитием технологий менялись и компьютерные игры, и музыка в них. То есть сначала были денди, потом PlayStation, и если на денди было ограниченное количество звуков, то на PlayStation уже можно было исполнить звук вживую и с оркестром. Но в реальности, конечно, не всегда на такие вещи выделяется бюджет, поэтому не всегда в играх можно услышать полноценную версию мелодий. Часто бывает, что в играх только вступительная песня записана с помощью оркестра, а остальные мелодии просто на компьютере набиты. Но мне хотелось бы, чтобы вся музыка в игре была исполнена оркестром. Именно поэтому я и начал этим заниматься. А как вы относитесь сами к компьютерным играм? Играете? Конечно. Да? У нас в России... Ну, есть такое мнение, что есть некая зависимость от компьютерных игр. И даже, например, знаете, ситуация, вот жена хотела бы с мужем провести романтический вечер, да, а вот он пришел с работы и за компьютером, она злится. В Японии нет такой проблемы? Да, и у нас есть такая проблема. Но это касается только сетевых игр, когда человек не может вернуться в реальный мир. Но это говорит о том, что игры настолько интересны, что невозможно оторваться. А быть может, вот такая музыка, да, такое исполнение компьютерных вот этих мелодий, оно как раз оторвет, да, людей от компьютеров и приведет их в концертные залы. Может быть, этого и хотите добиться? С одной стороны, вы правы, да, есть и такая цель, но главное, вот здесь у вас в июле будет концерт, где оркестр будет исполнять музыку из кинофильмов. Так вот, мне бы хотелось, чтобы музыка из игр тоже стала отдельным жанром, чтобы она исполнялась вот так, на большую публику. Вот это одна из главных наших задач. Ну, я признаюсь, я впервые сегодня, естественно, слышала, побывав на репетиции, вот такое исполнение. Мне безумно понравилось с первого же раза, хотя я не любитель компьютерных игр, и вообще даже в Супер Марио я не играла. Но вот она такая очень позитивная и прям, ну, действительно заряжает. Я бы хотела вас поблагодарить, во-первых, а во-вторых, узнать, какой вы человек сам. Вы, наверное, такой энергичный, позитивный человек по жизни. Какой у вас характер? Ну, я не знаю, как о себе рассказывать. Обычный человек,
Играю, конечно, в игры, но ничего особенного во мне нет. Скромная японская. Два дня уже репетируете с Омским симфоническим оркестром. Какое впечатление от наших музыкантов? Удалось вот найти такое взаимопонимание? Как они вообще откликнулись, да, на вот такую музыку? Когда на первой репетиции я спросил у оркестра, а вы знаете игры? Никто не ответил «да». А сегодня мы впервые Марио исполнили, и вот Марио уже многие вспомнили. Например, в опере, прежде чем ее исполнять, нужно знать сюжет либретто. Также и в играх нужно знать, о чем игра, о чем эта мелодия, в какой момент игры она звучит. И хотя оркестр не играл в игры, они чувствуют музыку, они огромные профессионалы. И у нас еще остался один день в запасе, еще одна репетиция, и потом, собственно, сам концерт. Я возлагаю на него большие надежды. Уверен, все получится. Повлияли ли русские композиторы на карьеру Кеничи? Там, Рахманинов, Чайковский, Стравинский, может быть, есть любимые классики? Ну, во-первых, я учился музыке в Санкт-Петербурге, и, конечно, я изучал и люблю многих русских композиторов. Особенно люблю Чайковского. И впечатления от России в Омске, наверное, впервые же, правильно? От нашего города какие, может быть, если удалось уже что-то посмотреть? Ну и в целом вообще от нашей страны, от России какие впечатления? Если выразить одним словом, то я чувствую в России силу духа. Я всегда восхищаюсь, что в России все с размахом. Страна большая, и здания большие, и душа у людей тоже большая. Меня всегда это впечатляет. И еще один вопрос, который я не могу не задать японцу. Почему в вашей стране всегда все самые передовые технологии создаются? Весь мир вам завидует. В чем секрет? Можете сказать? Да и не думаю, что японцы делают что-то особенное. Но у нас есть такая тенденция. Если японцы за что-то берутся, то делают это очень кропотливо, добираются до самой сути и не останавливаются на достигнутом. Может быть, в этом и есть секрет. Что ж, огромное спасибо вам за беседу. Было невероятно интересно. Я напомню, что гостями программы «Тема дня» сегодня были японский дирижер Кеничи Симура, единственная русская актриса, которая озвучивает аниме, Евгения Давидюк. Спасибо большое. Это была «Тема дня». До встречи.